складывается такая непростая ситуация на границе с Таджикистаном и Узбекистаном со стороны Афганистана. Есть большая угроза для нашей страны также, так как все те беженцы, которые могли бы завтра перейти в сторону, в сторону Узбекистана и Таджикистана, может быть, в скором времени окажутся на нашей территории. Поэтому мы тоже, так же, как и другие страны центральноазиатских регионов, готовимся таким угрозам, готовимся внешним угрозам со стороны Афганистана. И по этому направлению ведутся активная работа. То есть в этом направлении разведывательные работы, разведывательные мероприятия, контрразведывательные мероприятия активно ведутся.